Вот такие туфли-балетки на лето мы получили. Это натуральная перфорированная кожа на небольшом каблучке. Получили в двух расцветках. Вот такой красивый бежевый молочный цвет и база черная классика. Так, смотрим. Что по каблуку? Без набойки. Подошва хорошая, гнется, все нормально. Кожа здесь двуслойная. Так, у меня нога, смотрите, 39 размера. По размеру они мне прям четенько сели. Вот мой палец, пятка на месте, все хорошо. Но, девочки, у меня вот здесь 22, здесь 22. Сразу обговорю, что вот эти балетки садятся только на худенькую ножку. Вот, а мне они прям сели хорошо. Шире ноги здесь уже будет тесно. То есть вот эта модель только на нас, у кого нету мяса на ногах, как говорится. Стоимость у них 6200, размерная сетка с 36 по 41. Не мало мерят, не больше мерят. Пальчики здесь также очень хорошо и вольготно себя чувствуют. То есть нигде здесь ничего не передавливает. Хороший такой орнамент именно идет в золоте и в черном цвете. Смотрится здорово, ножка дышит, так как натуральная кожа перфорированная. Вот. А так очень классно. И мне что нравится, они такие достаточно закрыты. То есть у них борты закрыты. При ходьбе вот здесь вот ничего так вот сильно прямо отставать от ножки не будет. Но только на худенькую ножку. 6200 с 36 по 41.